Всем привет, с вами я, Жура, и это мое новое видео по Chicken И Gun. да, это видео будет связано с игрой Poppy Playtime. Ведь в этом видео я вам покажу, как я строил локации из игры Poppy Playtime в Chicken Gun. Вообще, я построил 3 локации, но Дэн почему-то взял 2. И, кстати, обязательно напишите в комментариях, какая локация вам понравилась больше всего. Но перед тем, как мы не начали, я хочу попросить тебя поставить лайк и подписаться на канал. Потому что нам осталось совсем немного, до 20 тысяч. Поэтому именно ты можешь мне помочь в этом. Заранее спасибо тебе. Ну а мы начинаем. Начнем сначала. В игре первая локация выглядела именно вот так вот, поэтому ее я и построил. Но говорю сразу, строить в Chicken Gun я не умею. Но если вы хотите, можете оценить мою постройку. Ну, короче, вот. Да, крыша получилась довольно маленькая, ведь лимит предметов, ну вы понимаете. Ладно, давайте сравнивать. Начало в Poppy Playtime и начало в Chicken Gun. Да, знаю, выглядит не очень, но давайте идти дальше. Комнату с паровозиками я не решил строить, ведь на это убьется еще больше времени. Но зато я построил комнату с кнопочками. Вот так она выглядит в игре. А вот так вот в Chicken Gun. И не обращайте внимания, что тут только 3 цвета. Ладно, давайте идти дальше. Дальше идет комната с дверью. Вот так она выглядит в игре. А вот так вот в Chicken Gun. Ну да, построено не так уж и хорошо, но все же это Chicken Gun. Ладно, пишите свои оценки в комментарии, но мы идем дальше. Дальше идет знакомство с игрушкой Хаги Ваги. Ну а перед началом я бы хотел вам показать, как выглядит карта снаружи. Ну что ж, давайте уже откроем эти двери. Так, ну что ж, на счет 3, 2, 1. Так, ладно, сейчас был маленький обзор на карту, теперь давайте разбирать, из чего же я ее строил. Здесь есть куча мусора, там всяких кетчупов, коробок, там двери, коробки, бочки, но самое интересное, из чего я делал хаги-ваги. Так, ну что ж, руки и ноги я делал из вот таких вот бутылок, ну и к ним же идет вот такие вот знаки. Дальше голова. Голова была сделана из лампочек, часов и вот таких тарелок. Да, вон таких часов. Туловище я сделал из вот таких вот цветочков. Ну, потому что это единый синий предмет, похожий на туловище. Ну, остальное вы уже видели. Пол из текста, крыша тоже из текста. Ну, а мы идем дальше. Дальше локация, в которой Хаги Ваги нас пытается съесть. Ее повторил хуже всего, поэтому по ней мы пройдемся очень быстро. Начнем с лестницы наверх. Вот так она выглядит в игре. А вот так вот я ее попытался построить. Да, согласен, выглядит не очень, но все же подняться можно. Давайте поднимемся на второй этаж. И кстати, вот так он выглядит в игре. А вот так вот у меня. Внизу находятся вот такие вот всякие механизмы. Ну и конвейеры. Погодите-ка, что это за телевизор? Сюда нужна кассета. Ну-ка, вот это подойдет. Так, вот так вот. Что это такое? Что за... Большое спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, тебе это видео очень сильно понравилось. Поэтому ты поставишь лайк и подпишешься. С тобой был я, Жура24К. До новых встреч. Пока.